подождали. И я бы хотел сегодня представить тем, кто не знает Андрея Розенберга, нашего выпускника, который по оценке коллег наших, которые его знали хорошо, раньше не изменился ничуть внешне. Андрей как будто вот как студент такой вот зашел сейчас в кабинет или в 140-ю аудиторию и согласился рассказать нам о своих нынешних исследованиях, которые он проводит в Израиле на факультете биологии. Я бы хотел поблагодарить Андрея, что он согласился сделать этот доклад. Ну, он был, конечно, запланирован этот доклад уже достаточно давно, но, коллеги, поймите меня правильно, вот в этой нынешней ситуации спасибо большое, что вот извне наших границ именно кафедре, коллективу кафедры есть некоторая поддержка, ну, конечно, от нашего выпускника. Итак, сегодня мы слушаем и обсуждаем, может быть, о светочувствительных каналах у одноклеточных эукариот, тема, которая близка многим нашим коллегам, интересует, наверное, всех. Конечно. Передаю слово Андрею, который будет делать доклад, ну, где-то от 40 минут до часа, и мы договорились, что вопросы, которые будут появляться в чате, мы будем озвучивать прямо по ходу дела. Так что докладчик нам разрешил, пожалуйста, не На бойтесь. самом деле, Да? можете сами перебивать докладчика голосом и задавать ваш вопрос, чтобы Можно и было так, да. спонтаннее. Можно и Вроде так. бы у нас достаточно кулуарных передвижений. Доклад, лекция в режиме вот такого диалога. Андрей, пожалуйста, вам слово. Спасибо, Андрей Игоревич. Меня зовут Андрей. Я выпускник кафедры, как Андрей Игоревич уже сказал. Уже некоторое время живу в Израиле. Я постараюсь вам донести идею о том, чем я занимаюсь в последнее время. Скажу сразу, что в основном я занимаюсь биоинформатикой, и свой доклад старался так сделать более интересным для ЗБПшной аудитории. Я надеюсь, мне это удалось. Значит, мой доклад будет посвящен одной из тем, которой я занимаюсь, которая в некотором смысле близка ЗБПшным темам. Это тема о родопсинах или светочувствительных белках, которые присутствуют у многих эукариот и прокариот. Родопсины в целом, я думаю, знакомы большинству из нас по курсам университета. Родопсины есть у людей. Ну вот на этом слайде я пока постарался отобразить, как бы суммировать информацию, которая, возможно, у вас уже есть в головах о том, что родопсины делают у людей. Здесь вы видите фоторецепторные клетки, опять же, у нас в глазах. Они содержат такой диск, состоящий из ламел. В этих ламелах сидят белки родопсины, которые при попадании фотонов света на них активизируют так называемые G-белки, и те, в свою очередь, вызывают каскад, приводящий к тому, что каналы в мембранах фоторецепторов закрываются, и это служит сигналом для нервной системы о том, что мы получили фотон. Соответственно, то, что происходит на молекулярном уровне, это то, что у каждой молекулы, белковой молекулы родопсина, хромофор, которым является молекула ретиналя, переходит из цис-формы в форму транс. Соответственно, это запускает весь каскад реакций, который приводит в конечном счете к закрыванию каналов. Родопсины на самом деле есть не только у животных, ну и в частности человека, но они также есть и у микробов. И первый, я бы сказал, наверное, самый хорошо изученный
родопсин микробный был открыт у архей, которые в свое время назвали халобактериум, и поэтому они, поэтому соответствующий белок был назван бактериородопсин, несмотря на то, что он не происходит не из бактерий, а вовсе даже из архей. И этот белок работает, выглядит он очень похоже. Опять же, у него есть трансмембранные домены, у него есть тоже в центре хромофор в виде ретиналя, но делает он совершенно иную реакцию. При поглощении фотона его хромофор переходит из другой формы ретиналя, соответственно, противоположную тому, что мы увидим у животных. И эта реакция приводит к тому, что один протон из внутренней среды, из цитоплазмы переходит наружу, и таким образом вся конструкция служит таким протонным насосом, который использует свет для перекачки протонов изнутри наружу. Этот насос, соответственно, создает такой градиент протонов, градиент зарядов через мембрану, и этот градиент используется клеткой в дальнейшем для создания энергии АТФ. Долгое время родопсины, которые были известны, типа бактерий родопсина, были известны только для архей. До 2000 года не было известно, что они существуют также и у других бактерий. Соответственно, считалось, что это довольно незначительное семейство, относительно незначительное семейство родопсинов, которое присутствует только у архей. Но, значит, в 2000 году мой руководитель, который зовут Эдит Бежа, открыл новый тип родопсинов под названием протеородопсин. Этот тип был обнаружен им у бактерий, и это открыло новые перспективы, потому что оказалось, что эти белки распространены гораздо шире. И он, собственно, автор концепции вот такого альтернативного получения энергии, альтернативного способа запасания энергии света микробами с помощью родопсинов. На сегодняшний день, соответственно, известно два основных типа родопсинов. Это родопсины первого типа, которые встречаются у микробов, и родопсины второго типа, которые встречаются у животных. Здесь я попытался изобразить тоже отличие между ними, которое заключается в том, что хромофор находится в одной форме у микробных родопсинов и в другой форме у родопсинов животных. И в нашей лаборатории также был недавно открыт третий тип родопсинов, который близок к микробным родопсинам, но имеет противоположную ориентацию в мембране, так называемые гелиородопсины. Здесь вы можете видеть, что я назвал их 2,5 типа родопсинов, потому что все-таки гелиородопсины явно имеют некоторую связь с микробными родопсинами. После того, как Адед Бежа нашел, что родопсины существуют также у бактерий, произошел в некотором смысле взрыв и интереса к родопсинам в целом, и количество классов или функциональных категорий родопсинов. И это связано в том числе со взрывом техник, которые позволяют анализировать большие объемы геномных данных. И два основных источника информации, которыми люди располагают, являются микробы, которые содержатся в культуре. Это могут быть эукариотические микробы, могут быть бактерии, могут быть археи. И основное, конечно, основное преимущество подхода работы с микробами в культуре – это то, что проще анализировать и геномы, и проще проводить эксперименты, и проще их интерпретировать, потому что для одних и тех же микробов проводятся многочисленные эксперименты, соответственно, можно делать базы данных. И если находится какой-то ген, возникает вопрос о том, что он делает, соответственно, можно посмотреть, что известно про тот или иной ген. Ну и в идеале, если есть генетические техники, если можно геномом манипулировать, это, конечно, создает возможности тестировать гипотезы прямо на микробе. В плане информации, которую можно получить от микробов, которые получены в
культуры, соответственно, можно отсекренировать целиком геном. В наше время это достаточно просто и дешево. Если геном сложный, то, что часто делают, секвенируют транскриптом, а именно гены, которые транскрибируются или экспрессируются в клетке в тот или иной момент, в тех или иных условиях. Соответственно, таким образом можно получить информацию о генах. Что может быть более интересно, это смотреть, как, какие гены работают в микробных сообществах. И для этого культура не нужна. Вы просто придете, совершаете какую-то экспедицию, собираете материал. И, ну, естественно, сложные микробные сообщества гораздо сложнее анализировать и с точки зрения эксперимента, и с точки зрения собирания генетической информации. Ну и это, естественно, этот недостаток идет вместе с той проблемой, что очень часто информацию о генах, которые вы получаете из микробных сообществ, информации о них не будет. Соответственно, параллельно геномным подходам существуют метагеномные подходы, которые позволяют анализировать геномы микробов в среде. И что мы получаем? Вместо полных геномов – геномные фрагменты. И аналогично, что особенно релевантно для сообществ эукариотических, делают, соответственно, метатранскриптомы и получают изолированные транскрипты, которые потом можно использовать для получения той или иной информации. Какую информацию из этого можно получать? Информацию можно получать о наличии тех или иных родопсинов, например, в нашем случае. Можно находить новые типы, можно дальнейший шаг, соответственно, будет являться функциональная геномика либо функциональная метагеномика. В этом случае мы берем гены, которые мы получили из генома нашего микроба в культуре или из геномных фрагментов или изолированных транскриптов из микробного сообщества, и мы пытаемся сделать эксперимент, который нам позволит сказать, чем эти гены занимаются, и таким образом мы можем понять что-то о функционировании нашего микроба или о функционировании, например, микробного сообщества. Собственно, геномика и метагеномика – это основные наши методы, и понятно, что они предоставляют нам огромное количество информации, в котором нужно как-то навигировать. И это, собственно, то, чем я занимаюсь, в том числе в лаборатории. И я сегодня вам хотел бы рассказать об одном из проектов, который мы делали, который основан на метагеномных данных. Но прежде я хочу рассказать немного про разнообразие родопсинов у микробов. Я упомяну вскользь пример, который я использовал. Это был бактериородопсин архей. Он является протонной помпой, но благодаря вот этому взрыву геномной и метагеномной информации, который был произведен и в нашей лаборатории и в других лабораториях, открылось целое разнообразие, целый мир родопсинов микробов, которые выполняют целый ряд функций, которые, например, у животных родопсинов не встречаются совсем. Соответственно, родопсины микробов можно разделить грубо на две такие большие категории. Те родопсины, которые проводят ионы, и те родопсины, которые ионы не проводят, и здесь среди ион проводящих родопсинов вы сразу найдете большую группу протонных насосов. Но помимо протонных насосов существуют еще и насосы, которые проводят, например, содиум и... Как? Натрий, да, извиняюсь. Натрий и, соответственно, существуют насосы, которые проводят ионы хлорида. Все вместе они используются по большей части микробами вот как раз для цели получения энергии из света, для биоэнергетики. И некоторые умудряются использовать градиенты ионов для своих других
энергопотребность, для своих других нужд, которые требуют в целом энергии. Другая группа ионопроводящих родопсинов – это насосы, это, извиняюсь, каналы. Каналы, которые проводят, соответственно, катионы или анионы. И напомню, что каналы отличаются от насосов тем, что они и не могут проводить ионы, соответствующие против их градиента. Соответственно, их функция заключается в том, чтобы клетке сказать о том, что поглощен фотон, соответственно, они находятся на свету, и принадлежат они, соответственно, к группе фоторецепторных родопсинов. Фоторецепторные родопсины включают также родопсины, которые связаны с дополнительными доменами или с дополнительными белками, которые помогают клетке, опять же, в той же самой цели. Они позволяют клетке сказать, когда она находится на свету, когда она находится в темноте. Есть очень интересная группа помп, насосов, которые проводят протоны в другую сторону. И это, что называется, вопрос на миллион долларов, зачем они нужны, потому что в некотором смысле они уничтожают полезный градиент протонов через мембрану, и абсолютно непонятно, как используется, как их можно использовать для потребностей клетки. И опять же, есть вот эта группа загадочных гелиродопсинов, которые недавно открыли. Их много, они разные, и пока не очень понятно, чем они занимаются. И сегодняшняя наша тема посвящена в основном эукариотам. Я здесь справа поместил такое глобальное древо известных родопсинов и обозначу, какие из них встречаются у эукариот. Соответственно, есть такая гигантская группа родопсинов под названием channel rhodopsins, или я их буду называть по-русски канал родопсины. Это как раз родопсины, которые являются каналами. Они проводят либо катионы, либо анионы, и являются, как я сказал, в известных случаях, по крайней мере, такими сенсорами света. Другая группа, которая им родственна, это enzyme rhodopsins или энзим родопсины. Это, опять же, светочувствительные рецепторы, которые ионы не проводят, и при этом они связаны с дополнительными доменами, которые позволяют клетке, опять же, сказать, находятся они на свету или нет. И, как вы видите, в целом большинство родопсинов в мире и среди микробов являются протонными помпами. Вот они здесь распределены. Лишь небольшое количество семейств, скажем так, делают что-то другое. Среди эукариот встречаются также родопсины, которые являются протонными насосами. И сегодняшний наш доклад в основном будет посвящен как раз каналу родопсинам, которые являются, опять же, сигнальными, которые являются рецепторами света и эукариотических клеток. Значит, слева я попробую показать вам такое разнообразие эукариот, у которых родопсины в целом встречаются. И здесь вы увидите все возможные формы из самых разных частей эукариотического древа, и динофлагелляты, и криптофиты, и амебы, и даже хуанофлагелляты с грибами. Кого вы здесь не увидите, это, конечно, животных, потому что у животных есть свой тип родопсинов, и микробных родопсинов у них нет, они их потеряли. Вопросы есть какие-то? Нету. У меня есть несколько. Привет, Андрей, рад тебя видеть. Сколько лет, так сказать, сколько зим. Вот ты сказал, что ретиналь находится в разном состоянии в зависимости от поглощения фотона. Да. Вот. Но потом ты сказал, что как бы есть два или два с половиной типа, и они отличаются по цис-трансконформации ретиналя. Да. Так они, получается, у любого родопсина отличаются в зависимости от того, светит на него или нет. Как это может служить основой классификации? Основой классификации служит то, в какой форме он находится в темном состоянии, что называется dark state.
Соответственно, вот у микробных родопсинов в темном состоянии ретина находится в транс-состоянии, он вытянут. У животных он находится вот в такой изогнутом состоянии в цис. На самом деле, я про это много не говорил, но даже цис-форма, соответственно, при поглощении света транс переходит в цис, цис переходит в транс, но даже цис-формы отличаются между животными и микробами. И что еще более интересно, это то, что у животных в большинстве случаев вот этот переход обратно из транс в цис, он должен происходить с помощью дополнительного белка, дополнительного энзима, который возвращает родопсину обратно. У микробных родопсинов этого не происходит, они, соответственно, свой ретиналь возвращают своими силами. Можно еще? Стало понятнее гораздо. Вот про сборку геномов, так сказать, вот такая альтернатива между тем, что микроб в культуре, и можно получить там полный геном. Либо мы анализируем микробное сообщество, и тогда у нас какие-то куски, фрагменты, мы не знаем, что кому принадлежит. Но мне казалось, что сейчас как будто бы можно получить метагеномными методами из пробы полный геном. Например, Асгард трахеи же не было в культуре долгое время. Да. Тем не менее, оперировали полными геномами. Да, это справедливое замечание. Соответственно, если, скажем так, если микробное сообщество не настолько сложно, насколько оно может быть, то есть способы в зависимости от того, сколько данных набрано и какие обилия отдельных микробов в нем находятся, можно попробовать собрать полные геномы, ну и этим, собственно, это вполне успешно получается. То, та история, про которую я сегодня буду говорить, это, скажем, более типичная или менее типичная, сложно сказать, но часто что ты получаешь, это геномные фрагменты. И когда ты пытаешься собрать вместе, скажем так, вот ты получил набор фрагментов, и ты пытаешься ответить на вопрос, принадлежат ли они вместе, принадлежат ли они одному и тому же микробу, часто возникают ошибки. И для многих фрагментов ты не можешь сказать, соответственно, чему они принадлежат. В истории с Асгард археями приблизительно то же самое произошло. Собрали геномы, соответственно, тем или иным образом удалось собрать более или менее полные геномы, но, соответственно, потом выясняется, что некоторые из фрагментов, которые относили к Асгард археям, они, например, к ним не относятся. Понял, спасибо. Андрей, а можно вопрос по поводу... Там вот было некоторое разнообразие протистов, а вот такие интересные, как инфузории, тут вообще я не видел их. Да, инфузорий здесь нет. Здесь нету инфузорий, и здесь, наверное, что даже более удивительно, нету эвглен. Мы привыкли к тому, что эвглен – это такой классический объект для исследований фототаксиса, и у него даже есть глазок, но родопсинов у него нету, что удивительно. У него есть другие классы светочувствительных белков, и он как-то ими обходится. При инфузории не знаю. При инфузории, честно говоря, не знаю и не уверен, что известно, какие у них гены отвечают за фототаксис. Спасибо. Вот эти вот родопсины, которые уничтожают полезный градиент, у них есть какие-то таксономические закономерности распределения? Да, там, соответственно, опять же, это был Василий, да, я не видел. Нет, да? это был я. Нет, это предыдущий комментарий про поводу Асгард архей. Да, это был я. Да, привет, я просто твою не вижу фотографию. Вот как раз вот эти странные родопсины, которые как будто отменяют градиент протонов, они находили их у Асгард архей, также известны они для одной из групп бактерий. И если посмотреть на дерево, то на самом деле мы можем себе представить, что эта большая группа канал родопсинов и энзим родопсинов, она появилась, скажем так,
при возникновении эукариот. И, соответственно, вот эта группа странных насосов, которые как будто отменяют протонный градиент, она присутствует у Асгард-Археи, и как будто это складывается в такую красивую картинку закономерности распределения, что, собственно, предок Асгард-Археи, предок эукариот, у него был вот этот родопсин, который дал начало по той или иной причине у Асгард-Археи вот этим странным насосом, а у эукариота он дал начало рецепторным родопсинам. Но я не уверен, что это так. А может ли быть, что такие странные насосы, они как-то связаны с поведением? Ну, это такое, как сказать, нарушение этого протонного градиента, это какой-то дискомфорт для клетки. Может быть, это ранний механизм какой-то рецепторной цепочки? Возможно, но проблема такая, что поскольку градиент протонов, он в целом для клетки полезен, то кажется несколько избыточным, что для того, чтобы узнать, что, например, есть свет снаружи или нет, приходится жертвовать таким источником энергии. Это один момент. А другой момент, что исследовать эти родопсины довольно сложно, как раз по той причине, что они находятся добрые чуть-чуть. Ну, если мы говорим конкретно про эту группу, она находится у Асгард-Архей, которая в культуре... Василий, может быть, сейчас лучше знает, если они в культуре в принципе, но работать с ними непросто. Один опубликованный случай японцы, по-моему, сделали. Угу. Ну, там смешанная все равно культура, и они супер долго растут, они несколько лет их растили, но как-то вырастили. Да. Вот, соответственно, генетической системы нету, и это не так просто изучать. Вот эти, опять же, можно сказать, что, возможно, в клетках тех же Асгард-Архей они делают что-то другое. И то, что мы видим, что они уничтожают протонные градиенты в лабораторных условиях, это не то, чем они занимаются в своем физиологическом состоянии. Андрей, еще такой вопрос. Да. А есть ли какие-то данные по особенностям локализации этих родопсинов у разных эукариот? Да, я клеточную локализацию имею в виду. Это мы сейчас будем обсуждать. Угу. Мы сейчас как раз будем обсуждать. Продолжаем. Собственно, в продолжение твоего вопроса, Оль. Каналы родопсины хламидомонады являются на сегодняшний день, пожалуй, самыми изученными в плане их физиологической роли в клетке. И, собственно, этот слайд позволяет мне связать сразу несколько аспектов исследований, которые проводятся на каналах родопсинах. С одной стороны, это физиология клетки, то, как она себя ведет, и то, как это связано с набором родопсинов, то, как это связано на молекулярном уровне с работой белков. И, с другой стороны, это открывает путь для... Это открыло путь для использования этих же белков для более пригодных целей. И то, о чем мы будем говорить через несколько секунд. Соответственно, канал у хламидомонаса есть два гена для канала родопсина. Оба они локализуются в наружной мембране, которая располагается над стигмой или глазком, который, я думаю, мы все хорошо знаем. Сам глазок представляет собой гранулы, которые содержат каротиноиды и находятся между ламеллами тилакоида хлоропласта хламидомонаса. И их роль заключается исключительно в том, чтобы функционировать как экран для света. Это позволяет хламидомонасу понимать, откуда приходит свет, потому что когда он падает на клетку, если бы не было такого отражения с одной стороны, со стороны света, и не было бы отражения света с другой стороны, было бы очень сложно понять, с какой стороны свет приходит. Соответственно, при движении хламидомонас, понятно, что он бьет своими жгутиками, и он также совершает
круговое движение вокруг своей оси, таким образом, что глазок поворачивает последовательно во все стороны, и в зависимости от того, поворачивает он на свет или не поворачивает, включаются каналы родопсина или не включаются. Соответственно, работа каналов родопсинов самих по себе заключается в том, чтобы открываться, когда фотоны света попадают на хромофор. Это вызывает открытие канала, и через этот канал проходят катионы. Это, в свою очередь, запускает, позволяет открываться кальциевым каналом, потенциал зависимым, voltage-gated, я не знаю, как это по-русски, каналом, кальциевым каналом, который зависит от потенциала на мембране. Соответственно, такая деполяризация открывает вот эти каналы, и приток ионов кальция приводит к изменению в работе жгутика, который расположен ближе на той стороне, на которой находится стигма. Соответственно, в зависимости от этого хламидомонос он будет плыть или в сторону света, или против стороны, или в противоположную сторону. И физиологическое состояние самих каналов родопсинов определяет то, что определяет также другую реакцию хламидомоноса на свет, а именно фотошок. При яркой вспышке света хламидомонос остановится на некоторое время и отплывет назад, и дальше продолжит свое движение после некоторой паузы. Соответственно, все эти реакции, они определяются работой канал родопсинов. Такая способность канала родопсинов поляризовать или деполяризовать мембраны эукариотических клеток, она была замечена в свое время людьми, которые интересовались, прежде всего, работой мозга, и это позволило развить целое направление в исследовании мозга под названием оптогенетика. Соответственно, исследователи ставят перед собой вопрос о работе тех или иных участков мозга, тех или иных нейронов, и они получают, соответственно, мышей, у которых каналы родопсина работают в мозгу. Соответственно, часть каналов родопсинов будут такие, как у хламидомонады. Это будут каналы родопсины, которые открываются при поглощении фотонов света и пропускают катионы. И другие каналы родопсина, о которых мы тоже сегодня поговорим, они могут открываться и проводить анионы, и при этом будут, соответственно, функционировать как гиперполяризующие белки, и это позволит, соответственно, например, ингибировать те или иные участки мозга. При, соответственно, оптогенетические приемы можно использовать также и для изучения того или иного участка мозга, например, локально подсвечивая клетки, которые несут вот эти каналы родопсины у мышей, и можно, соответственно, проводить исследования на поведении. И, с другой стороны, они позволяют манипулировать клетками, что находит очень широкое применение в медицине. Пока что все это находится, естественно, на стадии разработки, на стадии работы на модельных животных, но в конечном счете это перспективы такие, что это будет применяться в конечном счете и на людях, и, соответственно, можно будет лечить те или иные болезни, например, которые связаны с нарушениями в работе каналов. Собственно, здесь начинается та история, которую я хочу рассказать. Понятно, что интерес к каналам родопсинам, в частности, и родопсинам в целом, он очень пристальный как раз по той причине, что они активно используются в оптогенетике, и вся отрасль оптогенетики, она в постоянном поиске новых родопсинов с новыми свойствами, с новыми спектральными свойствами, с новыми канал проводящими свойствами.
Соответственно, наша роль нашей лаборатории, она заключается в том числе в поставке вот этих потенциального материала для оптогенетики. И на этом слайде вы можете видеть распределение, скажем так, то как выглядело семейство канавардопсинов всего лишь каких-то 3 года назад. Было известно 4 семейства, одно из них, два из них, скажем так, были известны для криптофит, это криптофитные катионовые каналы и криптофитные анионовые каналы. И также было известно семейство катионных каналов у зеленых водорослей. Собственно, тот пример, который я вам рассказал про канал родопсины хламидомонаса, он относится именно к этому семейству. И четвертое семейство, последнее, как раз оно было открыто в 2019 году, в том числе с помощью нашей лаборатории. Из гены, соответствующие, были получены по метагеномам. И изначально не было известно, откуда они происходят. Они, соответственно, оказались тоже анионными каналами с очень необычными свойствами. В дальнейшем оказалось, что они кодируются геномами бесцветных строменопил. Но это выяснилось сильно позже. Соответственно, это такая картинка. Вот эта ситуация существовала на момент, когда мы нашли в метагеномах, в коротких фрагментах метагеномов, к нашему удивлению, канал родопсина, которые не относились ни к одной из этих четырех семейств. И что самое странное, соответственно, я обозначил здесь красным цветом вот эти гены, и что самое странное, геномные фрагменты, которые несли вот эти канавардопсины, были в соседстве с генами, которые происходят от вирусов. Соответственно, два родственных семейства вирусов, которые включают гигантские вирусы, в том числе инфицирующие и водоросли, и других протист. Соответственно, два из этих фрагмента несли достаточное количество генов для того, чтобы мы могли провести какой-то анализ их происхождения. И два дополнительных фрагмента, которые и несли совсем небольшое количество генов, и которые как будто тоже показывали родство с вот этими канавардопсинами, которые мы нашли на более крупных фрагментах. Соответственно, поиск похожих фрагментов в метагеномах привел к тому, что мы нашли более крупные куски, которые нам позволили в дальнейшем провести анализ происхождения фрагментов, которые несут канавардопсины. Мы здесь видим две группы. Одна группа, которая связана с вот этим более коротким фрагментом, и другая группа, состоящая всего из 2 фрагментов, и который включает, соответственно, второй более длинный фрагмент. Ну и, соответственно, для 2 маленьких кусочков мы не нашли никаких и сродных фрагментов, и их, соответственно, происхождение остается невыясненным. Поиск похожих канавардопсинов привел нас к очень неожиданному открытию, что похожие канавардопсины встречаются вовсе даже у клеточных организмов, в частности, паразинофит. Паразинофиты – это базальные зеленые водоросли одноклеточные. И что самое удивительное, вирусные или потенциально вирусные каналы оказалось кластеризуются вместе или даже внутри группы каналов, которые мы нашли у водорослей под названием пирамимонус. Соответственно, это нам подало идею о том, что стоит попробовать найти, собственно, сами вирусы, поскольку то, с чем мы имели дело, это были небольшие геномные фрагменты. И этот поиск мы продолжили после того, как выяснилось, что эти каналы на самом деле функционируют как каналы, и абсолютно неожиданно оказалось, что они являются каналами, проводящими анионы, именно анионы хлорида.
собственно, мой коллега по имени Йоханнес Опперман из Гумбольдтского университета, из лаборатории Петра Тегемана, экспрессировал или взял эти гены, которые мы нашли в метагеномах, экспрессировал их в клеточных линиях нейробластомы и провел эксперименты пэтч-клампинга, который заключается в том, что пипетка подводится к индивидуальным клеткам, и в пипетке находится раствор с известным содержанием ионов, и с помощью этой пипетки можно, соответственно, фиксировать, скажем так, потенциал на мембране клетки. Опять же, эти клетки экспрессировали гены, которые мы взяли из метагеномов, и оказалось, что как клетки водорослей самих, так и клетки вирусов проводят ионы хлорида. Эти же эксперименты позволили показать, что в каких длинных волн эти каналы абсорбируют свет, и, соответственно, оказалось, что это зеленые, они абсорбируют в зеленой области видимого спектра, что в целом для оптогенетики не так интересно, и поэтому мы продолжили, скажем так, более биологическую сторону этой истории. И поиск потенциальных вирусов, которые могли бы действительно нести эти каналы родопсина, привели нас к двум группам исследователей, которые занимались пиромимоносом и другими сходными близкими водорослями. И действительно оказалось, что у пиромимоносов встречаются вирусы. И здесь я вам показываю две микрофотографии, которые мы получили от Ричарда Пьенара и Стюарта Сима из Южной Африки. Они действительно в свое время видели водоросли пиромимонос с инфекцией, но, к сожалению, у них никаких водорослей с инфекцией, которые они могли бы нам прислать, в культуре не оказалось. Но мы больше успеха имели с другой группой из Норвегии, которые опубликовали в свое время работу о выделении вируса из пиромимонос ориенталис. В свое время они также смогли зафиксировать клетки для получения электронных микрофотографий. Они смогли оценить в свое время, в 2001 году, размер генома. Когда они нам прислали, это действительно долгая история была, поскольку вирус исчез из культуры, и им пришлось искать последние пробирки, которые могли бы содержать достаточное количество ДНК, они их действительно нашли, отправили нам и отсеквенировали целиком геном. Оказалось, что его размер совпадает с их предварительной оценкой. Это гигантский геном. Если вы посмотрите на количество генов, это около 500 генов. И количество генов, которые подобного рода гигантские вирусы кодируют, оно близко к количеству генов, кодируемых бактериями. И действительно, к нашему удивлению, мы нашли в этом геноме участок, который соответствовал участку метагеномных фрагментов, в которых мы нашли каналы родопсины. Проблема оказалась такая, что, соответственно, здесь вы можете видеть синтонию между фрагментами метагеномными и соответствующим фрагментом генома живого настоящего вируса. Оказалось, что этот участок присутствует в геноме, но гена канала родопсина в нем не оказалось. Соответственно, тут возникает два вопроса. Вопрос первый. Действительно ли это ген, который пришел от вируса, или это ген, который на самом деле пришел от водоросли, и водоросли, соответственно, уже содержала, предположим, в себе фрагмент вируса, который заразил ее до этого. Соответственно, для того, чтобы произвести анализ родственных связей вируса и метагеномных фрагментов, которые мы собрали, мы сделали филогенетический анализ на основе
12 консервативных генов. И оказалось, что действительно этот вирус, который был известен в свое время в культуре, кластеризовался вместе с геномными фрагментами, которые мы нашли. И все вместе они попадают в группу так называемых мими-вирусов. Я не знаю, может быть, они кому-то знакомы. Здесь есть пример микрофотографии самого мими-вируса. Это один из вирусов, которые поражают амеб. Вот эта группа, которая относится... Вирус перимимоноса, она оказалась более разнообразной. Они поражают целый ряд фотосинтетических организмов и, соответственно, в том числе зеленые водоросли. И что интересно, на самом деле родопсины, гены родопсинов встречаются в этой группе вирусов. Гены родопсинов в этой группе вирусов уже были известны. На тот момент было подозрение, что они тоже функционируют как каналы, но это было известно, скажем так. До сих пор эти экспериментальные данные не подтвердились экспериментальным путем. То, что мы открыли, это то, что в этой же группе вирусов, и независимо от них, и гораздо недавние гены, которые кодируют настоящие каналы родопсины, были заимствованы. Что интересно, это то, что второй крупный фрагмент, для которого вируса мы не нашли, оказалось, что он кластеризуется в другом семействе гигантских вирусов и гораздо ближе к тем вирусам, которые уже известны, что заражают зеленые водоросли. Но, опять же, близкого вируса мы не нашли, поэтому вопрос остается открытым о том, кем они являются и кого они заражают. Само по себе нахождение генов в соседстве, скажем так, с вирусными, в соседстве с другими генами, про которые мы можем сказать, что они относятся к вирусам, само по себе это не говорит о том, что они приходят, что они кодируются самим вирусом. Мы провели целый ряд расчетов, которые позволили нам сказать, что это действительно так, что действительно каналы, которые мы нашли на метагеномных фрагментах, они действительно кодируются самими вирусами, а не водорослями, скажем так, которые взяли, например, фрагменты вирусов, встроили в свой геном и лишь затем встроили в те же участки по тем или иным причинам гены каналов. И, соответственно, на этой картинке, что вы можете видеть, это два облака, которые хорошо выделяются. Одно облако гены празинофитов, и я здесь специально выделил гены каналов празинофитов. В осях, которые описывают, скажем так, нуклеотидное содержание фрагментов. Соответственно, гены, которые приходят из вирусов, они выглядят совершенно по-другому, формируют облако, которое независимо от облака генов празинофитов, и это позволяет нам сказать, что вот эта метка, по которой можно сказать, происходит ген, тот или иной ген от вируса или нет. И, как вы можете видеть, метагеномные каналы, они как раз попадают в облако вирусных генов, а не в облако празинофитных генов. И действительно, соответственно, кодируются вирусами, а не водорослями, несмотря на то, что в конечном счете они происходят от водорослей. Если мы вернемся к вопросу о том, что же эти каналы делают у празинофит, мы выяснили, что такие же каналы есть и у празинофит, и у вирусов. Вопрос с вирусами остается открытым. А что же они делают у празинофит? Я уже упоминал, что хорошо известно, как работает фототаксис у хламида монады. Хламида монада относится к так называемой группе co-chlorophytes, и у этой группы, соответственно, известны только катионные каналы родопсины.
Группа, в которой мы нашли анионные каналы родопсина, называется признофиды. Это группа, которая по современным представлениям не является монофилетической. И они объединяются целым рядом резиоморфных признаков и, соответственно, группируются друг с другом по своим архаичным чертам. Все они одноклеточные, в противоположность коклерофайтс, некоторые из которых формируют колонии, такие как вольвокс или более сложные таломы, как, например, ничты, лотриксы или даже многоклеточные ульвы. Канал родопсина на самом деле находит и у других зеленых водорослей, у другой ветви зеленых водорослей под названием стрептофиды. К этой же ветви относятся наземные растения, несмотря на то, что у стрептофит также находят каналы, у наземных растений каналов нет, они их потеряли совсем. И потеря каналов, она на самом деле неудивительна, поскольку в ветви стрептофит и почти все представители этой ветви потеряли стигму, и единственным исключением является водоросль, одноклеточная водоросль мезостигма, которую даже в свое время относили к паразинофитам, как раз по этому признаку. Соответственно, чтобы понятно, что с паразинофитами работать сложно, они есть в культуре, но генетической системы для них нету. Но можно попробовать произвести анализ распределения канала родопсинов в зависимости от тех или иных морфологических черт. И это то, что мы, собственно, здесь сделали. Мы слева можете видеть часть древа и всех зеленых водорослей, которые фокусируются на паразинофитах, вот этот зеленый участок, и справа часть древа зеленых водорослей, которые фокусируются на коклерофайтс и на стрептофитах. Соответственно, если мы посмотрим на паразинофиты, то мы увидим очень четкую корреляцию между присутствием или отсутствием стигмы, которую я обозначил здесь вот в виде небольших пиктограмм, и наличием или отсутствием анионных и катионных каналов родопсинов. Соответственно, все формы, у которых стигма известна, у них также будут присутствовать анионные каналы и катионные каналы с некоторыми исключениями. И на самом деле у признофитов есть еще одна группа каналов, которые я обозначил здесь серым цветом, и активность которых пока неизвестна. Соответственно, корреляция практически 100%, но не идеальная, но это позволяет нам сказать, что самая вероятная физиологическая функция канала родопсинов, как анионных, так и катионных, она в зрении. Может быть, у кого-то возникли вопросы? Мне так сложно говорить в тишину. У меня масса. Давай. Постоянно возникает. Вот, я это самое, если идти по порядку, первое, что, меня заинтересовало, это перспективу оптогенетики на людях. То есть там такая страшная картинка у тебя была, где мыши просверлили череп, вставили туда нечто, что называется конюля, и через эту трубку светят на мозг. Да. Неужели есть перспективы применения подобной технологии на людях? Смотри, здесь на мышах, естественно, это используется в исследовательских целях. На людях исследовать мозг непосредственно, буря дырку в черепе, никто не будет. Но идея в целом такая, что крысы достаточно близки к людям для того, чтобы функциональную роль тех или иных групп нейронов можно было экстраполировать. И просто сделать выводы, а лечить уже медикаментозно или еще как-то там. Да, соответственно, у оптогенетики есть две такие большие отрасли. Одна отрасль – это исследование, вторая отрасль – это применение. Соответственно, ты понимаешь функцию того или иного
скажем, ну, если мы говорим о нейронах, это выделенного участка мозга, и, соответственно, можешь как-то спрогнозировать, что можно было бы сделать для того, чтобы лечить проблемы людей, у которых с этим, например, участком мозга какие-то проблемы, как с Паркинсоном или с другими болезнями, у которых, скажем так, понимание которых достаточно глубоко. То, что уже делали, если не ошибаюсь, делали уже даже на людях, восстанавливали, например, зрение локально путем вирусной трансфекции, то, что я пытался здесь показать в центре. Mm-hmm. Ты доставляешь канал родопсин, собственно, к тем клеткам, у которых проблемы с каналами, и таким образом можешь частично восстановить зрение. Но это, собственно, такой непосредственный подход к лечению каналопатий. И есть очень интересные разработки. Это достаточно уже близко к практическому применению, насколько я понимаю. Например, лечение недержания. И известно, что это проблема с определенными клетками, возбудимыми клетками, и, соответственно, можешь эти проблемы решать, добавляя каналы, которые реагируют на свет. Mm-hmm. Если известны какие проблемы, то можно подобрать условия, при которых эти проблемы будут исчезать путем возбуждения или, наоборот, ингибирования тех или иных возбудимых клеток. Mm-hmm. А не мешает то, что непрозрачное? Ну, то есть мы внедрить родопсин можем. Почему он будет возбуждаться в непрозрачном теле человека? Соответственно, тебе тоже надо будет такого рода света, и источник света локальный. То есть там еще будет какой-то ген, который внутри будет... Нет, ну ты туда даже делаешь дыры. Тебе тоже нужно делать дырочку. Тебе тоже нужно делать дырочку и, соответственно, через нее протягивать оптовое окно, например, для того, чтобы локально возбуждать. Ага. Понятно. Вот. Ну и, конечно, мне безумно интересно про вот находки родопсинов у разных водорослей и у гигантских вирусов. Mm-hmm. Вот. И больше всего, конечно, вот эта желтая стрелочка «другие организмы», вот очень интересно, можно ли ее как-то раскрыть. Вот. Потому что я знаю, когда читаю статьи, что, как правило, группа, которая интересна мне, а именно центрохилидные солнечники, вот, которые являются сестринскими гаптофитовым водорослям, mm-hmm. по современной филогении, она, как правило, оказывается вот в этой желтой стрелочке, или она может быть другого цвета, но их всегда обозначают как другие организмы. И никогда никто не пишет слово «солнечники» в статьях. Mm-hmm. Вот. Можно ли как-то... Ну, вообще, не попадались ли данные о родопсинах у солнечников? Как бы... Может быть, мы можем с тобой договориться и как-то это проверить, потому что транскриптомы по ним есть. Угу. И вирусы, у них тоже есть гигантские. Да? Угу. Кстати, я не слышал про вирусы солнечников. Ну, хлоровирусы сидят в хлореллах, которые сидят в солнечниках. Да. У тебя на слайде там было и TCV, да. В том числе. Да. Вот. Но и там есть разные другие системы, в том числе морские, где я бы ожидал, на самом деле, присутствия тоже вирусов с большой вероятностью. Угу. Мы можем это посмотреть более прицельно. Мне не встречались, скажем так. Uh-huh. Я покажу тоже еще один слайд про распределение канала родопсинов. И, uh-huh. соответственно, солнечников ты там не увидишь. Uh-huh. Вот. Ну, понятно. Ну, то есть желтая стрелка не будет раскрываться. Желтая стрелка. Здесь у меня была цель немного другая. Так, по-моему, это не тот. Здесь у меня была цель показать родство генов. Соответственно, другие организмы, это значит, что этот ген похож на кого-то, но это не какая-то группа, которая встречается сильно много среди вот этих фрагментов. Здесь такой месседж. Основной месседж такой, что гены оказались вирусные, что само по себе странно, и некоторые из генов
можно точно сказать, что они происходят от зеленых растений. И, ну, в частности, от пирамимонаса. Понятно. Можно короткий занудный комментарий еще? Давай, да. Так сказать, про то, что прозинофитовые не монофилетичные. Это, ну, если прям формально подходить, не совсем корректно. Ты, наверное, хотел сказать, что они не голофилетичные. Да, я знаю. Потому я что, знаю, в принципе, да. Парафилии – это частный случай монофилии. У них у всех есть общий предок. Я хочу тебе сказать спасибо большое за этот комментарий, потому что в течение последних и в течение первых, наверное, 4 лет я старательно такой же каверзный комментарий давал людям, которые, когда они говорят монофилия, при этом имея в виду парафилию. Безусловно, ты прав, но как бы на Западе гораздо более распространено, к сожалению, неправильное применение термина монофилия, когда часто подразумевается парафилия. Спасибо тебе за этот комментарий. Угу. И последний вот на сейчас, который у меня остался вопрос. Значит, для прозинофита есть в культуре, но для них нет генетических систем, ты сказал. Да. Интересно, что под этим подразумевается? Что нельзя поставить CRISPR или там как-то генетически манипулировать ими? Или что значит нет генетических систем? Это именно это и значит. Это значит, что в отличие от хламидомонаса, например, нельзя получать мутанты. И сложно доставлять CRISPR. Насколько я знаю, для прозинофитов это ни разу еще не было сделано, если я не ошибаюсь. Соответственно, если у тебя есть какой-то ген, который тебя интересует, он происходит из прозинофитов, единственная опция, которая у тебя есть, это взять этот ген и экспрессировать его в какой-то гетерологичной системе. Например, да, хламидомонас тоже был бы вариантом экспрессировать их, например, как вот делают наши коллеги, которые занимаются разработкой оптогенетических инструментов. Они экспрессируют те или иные гены родопсинов в клетках, например, млекопитающих, как вот в этом случае. Йоханнес взял этот ген и вставил его, грубо говоря, в клеточную культуру нейробластомы, и таким образом, соответственно, можешь мерить фототоки на мембранах клеток, которые тебе уже хорошо известны, для которых у тебя модель есть. Ну да, но не факт, что это также работает в водоросли. Не факт, что также это работает в водоросли. И здесь я тоже должен сказать, что многое из этого основано на тех знаниях, которые были получены для канала родопсинов хламидомонаса. И, к сожалению, скажем так, исследования, которые бы посвящены были именно физиологии и канала родопсинов в естественной их среде, в тех клетках, в которых они, собственно, существуют, и в тех клетках, в которых их находят, как у криптофитов или у других групп, таких исследований практически нет. Но это, опять же, в том числе связано с тем, что работать с другими водорослями сложнее, если у тебя нет генетической системы. Спасибо, у меня все пока. Да, соответственно, да, в продолжение этой идеи, соответственно, тот анализ, который я здесь попытался провести, идея такая, что мы находим вот это новое семейство канал родопсинов у каких-то водорослей и пытаемся понять, а что же они могут делать. Соответственно, первая идея, которая возникает в плане проведения подобного анализа, это провести корреляцию с морфологическими, теми или иными морфологическими признаками. Первый кандидат, который здесь возникает, это наличие стигмы, которая известна, что содержит канал родопсины катионовые канал родопсины у хламидомонаса. Соответственно, у нас здесь появляется новое семейство, и мы можем видеть, что действительно как катионные канал родопсины, которые обозначивают здесь синим, так и новые анионные канал родопсины, которые обозначивают здесь красным, они присутствуют только у тех прозинофит, у которых есть стигма. Если стигма исчезает, например, как у многих представителей класса мамиофиция, таких как широко распространенные остреококусы, которые целиком потеряли мотильность, батикокус, который с ними связан, которые тоже целиком потеряли мотильность, и вместе с тем они потеряли стигму, они все теряют канал родопсины, и также теряют канал родопсины те прозинофиты, у которых
мотильность есть, которые сохраняют жгутики, но которые потеряли по тем или иным эволюционным причинам стигму. Соответственно, это нам позволяет сформулировать гипотезу, которую, скажем, получает подтверждение, по крайней мере, таким корреляционным анализом о том, что оба семейства каналов родопсинов, как анионные каналы, так и катионные каналы, у паразинов ФИТ выполняют функцию, связанную со зрением. Большой вопрос заключается в том, как они работают. Если хлобиномонос, соответственно, хлобиномонос мы можем найти в правой части этого слайда, и вот они здесь. Если хлобиномонос обходится только катионными каналами, то зачем еще нужны анионы? Это большой вопрос, и вопрос, который требует физиологических экспериментов с паразинофитами, и в том числе он потребует тоже разработки генетической системы. И мы в целом движемся в этом направлении. Активно ведутся работы на паразинофите под названием симбомонос, и также на паразинофите из другой группы под именем Монтаниеля. Самое интересное, что разные паразинофиты обладают совершенно разной морфологией клетки, и они обладают также совершенно разными типами локомоции. И при этом они, тем не менее, имеют сходные наборы каналов родопсинов. Соответственно, этот вопрос тоже требует физиологического подтверждения. Соответственно, если мы формулируем гипотезу, которую можно сформулировать, это то, что основная роль канала родопсинов у паразинофит как анионных, опять же, они обозначены красным, так и катионных, которые обозначены здесь синим, ну и серым тоже. Основная их роль в зрении. Соответственно, мы возвращаемся к изначальному нашему к изначальному нашему открытию о том, что такие же каналы родопсины есть и у вирусов, возникает вопрос, а что же они делают у вирусов? И ответить на этот вопрос, соответственно, еще сложнее, поскольку наши попытки найти сходные вирусы, у которых могли бы быть такие же каналы родопсины, увенчались успехом только очень ограниченным. Мы нашли вирус, который настоящий вирус, который известен был в культуре, по крайней мере, до того момента, как его потеряли, у которого есть точно такой же геномный фрагмент, но этот геномный фрагмент не несет канал родопсина. Соответственно, экспериментального пути подтверждения, ну или экспериментального пути анализа функции канала родопсинов у вирусов у нас на настоящий момент нету. Но что можно сделать? Можно посмотреть, например, организацию самих белков. Выяснилось, что многие из каналов родопсинов несут в своей C-терминальной части, соответственно, в N-терминальной части вы здесь видите 7 вот таких серых блоков, которые соответствуют трансмембранным доменам. В C-терминальной части оказалось, что есть также функциональные домены, которые никто никогда не замечал. И эти функциональные домены оказались похожи на домены под названием Response Ligurator. Похожие домены известный у родопсинов, опять же, хламидомоноса, совершенно другой группы, родопсины, которые участвуют в сигналинге более непосредственном, гистидинкиназовые родопсины, соответственно. Там потом подобного рода домены запускают каскад фосфорилирования, который в конечном счете приводит к изменению в работе аденилациклаза. Соответственно, похожий домен оказалось есть и у канала родопсинов во многих группах, и точно такой же домен оказалось, что присутствует и у канала родопсинов, которые мы нашли у вирусов. Роль этого домена до конца неизвестна. Соответственно, либо его роль заключается в том, чтобы запускать дополнительные сигналинговые каскады, которых пока никто не знает, либо, что кажется более вероятным, его роль заключается в том, чтобы направлять каналы родопсины в стигму. Для хламидомонаса это было показано, что C-терминальный конец отвечает как раз за локализацию каналов родопсинов к стигме, и возникает гипотеза о том, что и у вирусов подобный домен может отвечать либо за локализацию
либо за сигналинг, либо за то и за то, и другое, но результат, как бы вывод один и тот же о том, что они не проще. Вирусные каналы родопсина не проще своих водорослевых предшественников и, соответственно, очень вероятно выполняют сходную функцию в клетках, которые поражены вот этими гигантскими вирусами. Соответственно, слайд, который вы здесь видите, картинка, которую можно видеть на этом слайде, это гипотеза, которую выдвинули наши коллеги Джон под предводительством Джона Арчибальда. Соответственно, эволюционная схема появления канала родопсинов у вирусов выглядит следующим образом. Были вирусы, которые, соответственно, они до сих пор есть, которые поражают водоросли паразинофиды пирамимонос. По той или иной причине гены канала родопсина, которые используются самой водорослью, были получены некоторые популяции этих гигантских вирусов и получили селективное преимущество, и в конечном счете они позволили самим вирусам управлять или влиять на фототаксис своего хозяина. В чем заключается селективное преимущество, до конца не ясно, но поскольку структурно вирусные каналы родопсины очень похожи на своих клеточных предшественников, крайне вероятно, что они добавляют либо шум в фототактических реакциях хозяина, либо они позволяют, соответственно, таким образом водоросль оказывается в невыгодных для себя условиях, ее проще победить, грубо говоря, либо они позволяют вирусу манипулировать своим хозяином для того, чтобы он, например, избегал прямого контакта или более чтобы он избегал излишней радиации Солнца, и, соответственно, это помогает вирусу в конечном счете предотвратить оксидативный стресс. Выводы, которые можно сделать по нашим наблюдениям, оказывается, гигантские вирусы могут красть родопсины у своих хозяинов. Соответственно, мы показываем это на примере паразинофид. Паразинофитные белки вместе с вирусами образуют новое семейство анионных каналов родопсинов. Я показывал вам, опять же, в начале, что на тот момент было известно только 4 семейства. Оказалось, что у паразинофит есть дополнительное семейство. Гипотеза, которую мы формулируем о функции анионных каналов родопсинов у паразинофит, это их роль в зрении. Как анионные каналы родопсины уживаются с катионными каналами родопсинами, при том, что, казалось бы, катионные каналы родопсины достаточно, по крайней мере, у хламидомонаса. Вопрос неясный, это большой вопрос для будущих физиологических экспериментов. И последний пункт, чтобы какова бы функциональная роль ни была у паразинофитных, у водорослевых каналов родопсинов, очень вероятно, что вирусные каналы родопсины делают приблизительно то же самое, и, соответственно, вирус тем или иным образом использует свои собственные привнесенные каналы родопсины для того, чтобы манипулировать поведение хозяина. Вопросы? Андрей Алексеевич, можно я вопрос задам? Нет, Вася сегодня не дает. Вот, я правильно понимаю, что есть какие-то культивируемые гигантские вирусы, в которых есть эти домены? Вот. Пытались ли ими заражать каких-нибудь не несущих стигмы? Собственно, на наш поиск похожих вирусов, он был как раз предназначен на то, чтобы найти гигантские вирусы, у которых подобные родопсины могли бы быть. И поиск этот наш привел вот к открытию того, что действительно вирусы схожие есть, но родопсинов у них не оказалось. Вторая проблема, что вирус вымер. Соответственно, на сегодняшний момент вирусов, которые бы заражали пирамимонос из этой группы, в которых могли бы находиться каналы родопсины, нету. Вот. Генетическая система для других гигантских вирусов
тоже пока что не разработаны, если не считать анекдотичных случаев мутаций у культивируемых гигантских вирусов. Вот. У меня второй вопрос тоже мучил постоянно. Там упоминал, что ханофлагелляты, так сказать, по ним тоже какие-то есть данные. Вот. Вообще, что творится с базальными группами, которые к животным пришли, вот, с родопсинами? Вот. Губки, ханофлагелляты, вот что там? И, ну вот следующий мой слайд, он посвящен распространению канал родопсинов среди эукариот. Я думаю, что мы можем попробовать ответить на этот вопрос тоже с этой стороны. И вот группа, о которой я говорил, группа родопсинов, о которой я говорил, это канал-родопсины. И это одна из крупных стволов, один из крупных стволов родопсинов, которые встречаются исключительно на эукариот. Если мы посмотрим на сегодняшний день, это, собственно, картинка, которую я сделал на основании генов, которые мы систематически искали у водорослей и у других одноклеточных эукариот. И функциональная роль каждой из этих ветвей, она в дальнейшем либо нашими усилиями, либо усилиями наших коллег была проверена. Соответственно, картинка на сегодняшний день выглядит следующим образом. Существует много ветвей вот этих каналов родопсинов. Прозинофитные анионные каналы, о которых я говорил, вот вы можете их найти здесь, соответственно, обозначены красным, как и все остальные анионные каналы. Синим обозначены катионные каналы. И как оказывается, каналы родопсины зеленых водорослей, они кучкуются вместе. И так, глобальная идея или глобальный паттерн, который можно отсюда извлечь, это то, что каналы родопсины синие появились два раза независимо друг от друга в эволюции канал родопсинов, и основная часть канал родопсинов, которые мы встречаем у эукариот, они являются анионными каналами. Соответственно, с физиологической точки зрения это ставит некоторый тупик, поскольку большая часть физиологической информации была накоплена для зеленых водорослей, именно для канал родопсинов катионных хламидомонаса. Соответственно, как функционирует все эти многочисленные анионные каналы родопсина, мы точно не знаем. В каких группах мы находим каналы родопсина в целом? И таких групп 5, скажем, можно было бы выделить, если мы исключим более мелкие группы. И я попытался здесь сгруппировать таксоны по их, скажем, типы по их надтиповой принадлежности. Единственная группа, которую можно здесь выделить, это группировка альвеолят и страминопил. Но проблема такая, что даже среди страминопил канал родопсины встречаются не во всех группах далеко, а только, именно только в одной. И среди альвеолят, как я упомянул, у инфузорий канал родопсины отсутствует. И возникает вопрос, действительно ли это предковое для них состояние, или они приобрели канал родопсина независимо друг от друга. Ну, каждый из вас, у кого есть представление о филогенетических связях одноклеточных эукариот, ну, или эукариот в целом, может для себя попробовать понять, какие сценарии появления канала родопсинов возможны. И я так для себя основной вывод я делаю такой, что, скорее всего, разные группы эукариот приобрели для себя каналы родопсины независимо друг от друга. Поскольку любая гипотеза о предковости канала родопсинов в той или иной группе, она встречает проблемы в виде распределения тех же самых стволов канала родопсинов среди других эукариотических групп. Вопросы? Андрей, у меня вопрос еще есть. Андрей, да. Собственно, ты произнес такое словосочетание, да, в клетке вируса. Но я так понимаю, ты имел в виду под оболочкой вируса, да? Клетки, зараженные вирусом, да.
А, клетки, зараженные вирусами. Ага, да. Хорошо. И, соответственно, вот я так правильно ли понимаю, что вирус, который несет ген канала родопсина, угу. он его экспрессирует в клетке хозяина, и белок, который получается, он встраивается именно в тот компартмент, где необходим этот белок. Но ни в коей мере этот белок не встраивается в оболочку вируса. Да. С вот этих группой родопсинов много, и момент, который, на который у нас не было много времени, и родопсины встречаются у других, другие типы родопсинов встречаются у других вирусов тоже. И, скажем так, у нас есть уже данные о том, что они приблизительно делают, по крайней мере, в пробирке. И вот этот случай, о котором я рассказывал, он не первый в ряду, скажем, но второй в ряду родопсины у гигантских вирусов, он гораздо более однозначен в том смысле, что мы можем сказать, что эти гены у вирусов выглядят точно так же в плане их доменной организации, по крайней мере, как и у самих водорослей. Соответственно, более вероятен сценарий того, что они работают в зараженных клетках, делают приблизительно то же самое, что и хозяйские каналы родопсины, но делают, соответственно, делают это уже на пользу самому вирусу. Вот такая идея. Ага, понял, спасибо. И есть данные, опять же, по другим родопсинам у других вирусов. Есть действительно вирусы, у которых родопсины встречаются на, собственно, в самих частицах, в самих вирионах, но это не, скажем так, не опубликованные данные, и физиологическая роль даже в этом случае пока не известна. То есть там даже нельзя предполагать, что они будут использоваться, ну, скажем, как рецепторы при проникновении куда-то, да? Это очень красивая гипотеза, ее действительно сформулировали, и действительно есть экспериментальные данные, опять же, не опубликованные, и это направление тоже, которое мы пытаемся развивать. Мы пытались повторить эти результаты, а именно, что на свету, скажем, на свету эти вирусы как будто способны заражать своих хозяев, и в темноте как будто они этого не делают. И они показали, что это зависит от наличия или присутствия хромофора. И данные, опять же, не опубликованные, это было... Они были продемонстрированы на одной из конференций, но это послужило толчком как бы для наших исследований, для наших экспериментов. И пока что мы это повторить не смогли. Но сам родопсин действительно находится на вирусе. Физиологическая роль конкретно этого родопсина точно неизвестна. Но если мы вернемся вот к древу, конкретно речь идет вот об этих вирусах, которые поражают гаптофит эмильяний. Я не заострял на этом сильно много внимания, но, соответственно, я обозначил здесь распределение родопсиновых генов у разных вирусов, и числа внутри кружочков соответствуют количеству генов. Соответственно, у этих вирусов встречаются представители с одним гелиродопсином, с двумя гелиродопсинами и даже с тремя гелиродопсинами. Функциональную роль части из них мы уже знаем, это, опять же, не опубликованные данные. Функциональную роль, к сожалению, того родопсина, который находится на самой частице, мы не знаем. Соответственно, ситуация такая, что мы не знаем ни физиологическую роль, поскольку эксперименты не смогли подтвердиться, ни молекулярную роль. Поэтому пока что стоит только гадать. Хорошо, спасибо. Я, на самом деле, наверное, предлагаю, поскольку мы уже подбираемся к полуторачасовой отметке, я думаю, что мы можем закончить, на самом деле, на этом. И если у кого-то есть какие-то комментарии, я буду очень рад услышать. В частности, это открытый вопрос ко всем, если мы говорим про распределение канала родопсинов среди эукариот. Может быть, у кого-то есть идеи о том, есть ли какой-то эволюционный сценарий, который бы позволил сказать, например, что канал родопсины возникли в какой-то определенной группе эукариот и потом оттуда
распределились по древу и, соответственно, попали к другим протистам и к другим водорослям. Буду рад, если у кого-то будут мнения. Коллеги, пожалуйста, эволюционно наше собрание перетекло в стадию обсуждения. И вот действительно, Андрей уже сказал, если кто хочет сказать что-то такое обобщенное, он даже, докладчик, предложил конкретную тему, которая была бы наиболее актуальна. Пожалуйста. На самом деле, я, прежде чем кто-нибудь скажет что-нибудь, я могу, мы можем продолжить на самом деле с другой темой. То, что сказал, в целом есть полторы темы. Но я думаю, что нам стоит остановиться на этом и открыть обсуждение для всех. Если есть вопросы по поводу распределения родопсинов в целом у эукариот, я тоже буду рад ответить. Ну, в частности, я вдержу в голове вопрос Вадима Михайловича относительно хуанофрагилят, если у кого-то есть более короткие вопросы, потому что ответ не будет, наверное, длиннее. Если ни у кого нет вопросов, я могу уже сказать про хуанофрагилят. Ну, хорошо. Подскажите, пожалуйста, я, возможно, пропустила просто начало лекции по поводу родства родопсинов с другими белками. Есть ли какие-то схожие, по крайней мере, те, возможно, с другими функциями, чтобы понять, из чего они изначально возникли? Это вопрос, на самом деле, открытый. Но вот я вначале говорил, что есть два с половиной типа родопсинов. Один встречается у животных, другой встречается у микробов. На самом деле, даже связь между родопсинами животных и родопсинами микробов, она абсолютно не очевидна. И, казалось бы, они используют очень похожий, один и тот же, или очень похожие хромофоры, именно ретиналь. У них очень похожая структура, и у тех, и у других есть вот 7, если вы посчитаете, трансмембранных доменов. И ретиналь ковалентно связан с белком в обоих случаях. Он связан ковалентно с очень похожим, как бы, в очень похожей обстановке. Он прикрепляется к основанию лизина в последнем трансмембранном домене, но при этом эволюционные связи между родопсинами животных и родопсинами микробов до сих пор не удалось найти. И точно можно сказать, что свою светочувствительность микробные родопсины приобрели независимо от родопсинов животных. Соответственно, это то, что можно сказать о потенциальном родстве родопсинов животных и родопсинов микробов. Более далекое родство не прослеживается, или, скажем так, прослеживается, но очень спекулятивно. И с животными родопсинами ситуация несколько проще, потому что они относятся к большой группе белков, или суперсемейству, которое называется GPCR, G-protein coupled receptors, и к ней относятся белки, которые не являются цветочувствительными, а вовсе даже являются рецепторами, например, пептидов или других небольших органических соединений. С микробными родопсинами такой ситуации нету, они относятся к семейству, к которому принадлежат только они, скажем так. Понятно, спасибо большое. Если пока нет вопросов, то я могу попробовать ответить на вопрос Вадима Михайловича о распространении родопсинов у эукариот, которые близки к животным в некотором смысле. Но вот я здесь нарисовал хуанофрагиляту, и у хуанофрагилят действительно нашли родопсины. Ну, я напомню для тех, кто не знает, хуанофрагиляты относятся к той же ветви эволюционной, что и животные, поэтому они, естественно, представляют некоторый интерес. И действительно проводили физиологические эксперименты на колониальных хуанофрагилятах, которые
предполагаются, являются таким эволюционным предшественником, или эволюционно должны были являться предшественниками животных, и у них обнаружилось, что определенные гены энзим родопсинов, напомню, это родопсины, которые не проводят ионы и запускают каскады, сигналинговые каскады сами по себе через домены, которые с ними связаны. Оказалось, что такие родопсины отвечают у колониальных ханофлагеллят за изменение формы колонии, и, соответственно, они это делают в зависимости от освещения. Предполагается, что это связано с питанием. Соответственно, колония открывается или закрывается в зависимости от того, есть цвет или нет. И группы, которые животным близки, но которые более далекие, будут, наверное, грибы. Грибы высшие и грибы низшие. У грибов встречается целая большая группа родопсинов под названием грибные родопсины. И часть из них являются протонными насосами, часть из них являются протонными насосами, но при этом они создают и в клетках сигналы, которые они отвечают за триггеры, например, споруляции, скажем так. Некоторые из белков, которые относятся к грибным родопсинам, родопсинами быть перестали и являются вовсе даже белками, которые отвечают за стресс, ну, в частности, у всеми любимых сахаромайсис, пивных дрожжах. Родопсины есть, но они больше не выполняют свою функцию светочувствительных белков, а принимают участие в реакциях на стресс. Вот. Еще вопросы? Коллеги, вопросов не знаю. Вопросы есть еще? Можно? Да. А у растений есть вообще, ну, что у растений, высших растений выполняет светочувствительную функцию? Что-то не гомологичное вообще? Да, соответственно, растения, если посмотреть на древо зеленых водорослей, то точно можно сказать, что предки растений когда-то имели родопсины, но они их потеряли вместе с потерей стигмы. Понятно, что у растений до сих пор есть реакции на свет, и предполагается, что основную функцию там есть экспериментальные данные, что основную функцию светочувствительных белков там выполняют криптофиты, криптохромы. Белки, которые абсолютно не гомологичные родопсины, которые используют другие хромофоры. Понятно. А ретиналь еще где-то используется? Ретиналь у растений? Нет, вообще. Но... Не в родопсинах. Ретиналь используется, опять же, к растениям. Было обнаружено, что ретиналь есть у растений, но функции его неизвестны. У растений, по крайней мере, неизвестно. Вне растений, насколько я знаю, нет. Ретиналь в целом легко получать из бета-каротена, а бета-каротен используется, понятное дело, для производства, разных каротиноидов. Бета-каротен гораздо более распространен. Для того, чтобы вычесть из бета-каротена ретиналь, нужен на самом деле только один белок. И этот белок, как правило, находится, если мы говорим о бактериях и археях, он, как правило, находится рядом с соответствующим геном родопсина. Интересно. Коллеги, я понимаю, что все воодушевлены, и вот что мне бы хотелось, может быть, продолжить разговор в этом направлении, потому что, по-моему, у Андрея, как он сказал, есть, ну, как минимум, полторы истории. И
сейчас-то мы уже достаточно долго вот в этом семинаре находимся. Андрей, к тебе обращаюсь. А можно ли, да, надеяться, что будет продолжение у нас разговора? Да, конечно. На самом деле основная проблема с выкладыванием, например, этой презентации в какое-то более общедоступное место. Это вторая часть, о которой я не рассказал, о которой мы не будем рассказывать, и, может быть, даже хорошо, если я не буду рассказывать про нее сейчас, потому что ее можно поставить на потом, и я очень надеюсь, что потом можно будет показать и более широкой публике, но я имею в виду потенциально записано, и я буду меньше бояться, скажем так, своих коллег, у которых могут быть возражения относительно распространения этой информации непубликованной. Ну, вот, понятно. Я за. Тогда, Андрей, сигнализируй, когда можно будет, когда страх пройдет перед коллегами, да? Потому что мне кажется, что, ну, очень здорово, очень интересно, и я бы с удовольствием еще и дальше вот послушал развитие этой темы. Угу. Я, на самом деле, хочу очень поблагодарить и Аню, и всех, кто организовывает эти семинары, потому что у меня это достаточно уникальная для меня возможность посмотреть на эти же самые данные с той стороны, с которой мы, на самом деле, на них не смотрим обычно. Понятно, что основная цель, ну или, скажем, основная цель всех этих исследований вокруг родопсинов, она в основном идет в сторону оптогенетики, и биология играет такую второстепенную роль. Соответственно, я очень буду рад, если у кого-то какие-то возникнут идеи на основании того, что я показываю. Собственно, вторая часть, которая, опять же, про которую я не говорил, там тоже много вопросов, которые, может быть, вы мне поможете решить. С биологической точки зрения, скажем так. Спасибо большое. Мы будем стараться. У нас в мозгу зажглась уже лампочка. Видимо, открылось несколько каналов, и мы начали думать в эту сторону. Угу.